весовой категории до 74 килограммов. Просьба подойти на построение для проведения церемонии награждения. Редакшн! Action red! Red passive! Two medalists at the winner and the winning degree of up to 74 kilos. Please be prepared for the ceremony of award. Редакшн! Борьба за первое место в весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Муслим Сайдулаев, Россия, Чечня. Спортсмену 20 лет. Борьбой занимается 10 лет. Тренеры Тимаев, Баялин. Его соперник в синем трико представитель команды России Дагестана. Курбан Шираев, мастер спорта, борьбой занимается 7 лет, тренируется под руководством Магомеда Гусейнова. Курбан Шираев, победитель первенства Дагестана памяти Хамидова и призер международного турнира во Владикавказ, в городе Владикавказ. Thank you.
килограммах веду. Муслим Сайдуллаев. Курбан Шираев. Победитель весовой категории до 65 килограммов Курбан Шираев.